Здравствуйте, друзья! Это Туринское дерби. Это сердце Торино. Вот так оно выглядит сегодня здесь, на Олимпийском стадионе, где Торо принимают лидера и без пяти минут чемпиона Италии. Огромный запас в классе на стороне гостей сегодняшнего матча. Тем не менее, дерби всегда дает что-то особенное, что-то дополнительное, что-то нереализуемое в других, в обычных или даже в необычных душераздирающих дуэлях. Дерби там, где оно есть, оно оставляет совершенно неизгладимый след. Честно говоря, очень люблю дерби и очень жалею, когда, например, Дженуа или Сампдория вылетают в низшую лигу и там не воссоединяются. Вот в этом году подобное может произойти. Дженуа может покинуть серию А, а Сампдория практически наверняка останется. И это будет потери для всего чемпионата. Печально, когда Бетис, например, вылетает из испанского турнира, когда лихорадит по разные стороны этой условной, воображаемой, но очень важной линии между высшим и невысшим дивизионом Депортиво и Сельту. И так далее, и так далее, и так далее. В Турине дерби особенное. В Турине, как многим кажется, есть только одна команда. Величайшая команда Италии, побеждавшая чаще всех в национальном первенстве, имеющий невероятное количество трофеев. Это Ювентус, огромное количество болельщиков по всей Италии, по всему миру. Ну что говорить, Юве есть Юве. Но Торино, если кто-то не знает, если кому-то никогда этот факт не попадался, клуб в свое время тоже выигравший как династия чемпионаты подряд, клуб в послевоенные годы ставший флагманом итальянской серии А и после трагической, нелепой, но, к сожалению, далеко не единственной в истории мирового футбола гибели команды в авиационной катастрофе, Торино, по сути, ни разу так и не вернулся на вершину. Очень хочется, чтобы когда-нибудь это произошло, потому что город это дерби постоянно поддерживает. Вот внутренними силами. Посмотрите на трибуны, ведь здесь ювентийцев много. Около четверти, но три четверти почти до отказа заполненного стадиона. Это болельщики Торино. Их трудно разглядеть в городе, когда Юве празднует очередное чемпионство. Или вообще хоть как-то проявляет себя как масса, ведущая футбольную жизнь, главную линию футбольной жизни в северной столице Италии. Кстати, ведь Турин был столицей государства и по сей пор остается одним из главных структурообразующих городов страны, наряду с Миланом, и в большей степени, наверное, влияющий на экономику, в том числе на культурную жизнь, на модную жизнь, на футбольную жизнь, чем настоящая столица Древний Рим, ну или Неаполь, допустим, или Флоренция. Мы в Турине. Хозяин поля Торино. Положение в турнирной таблице, ну, собственно, стоит ли об этом лишний раз напоминать. Ну да, у Ювентуса 77 очков, а у Торино 36. Оператор, много лет проработавший, я так понимаю, скончался, и ему дань его памяти, этот букет. Антонио Конте. 18 матчей в этом сезоне. Не сразу он начал работать с клубом, потому что был дисквалифицирован. Джампьеро Вентура, тренер без каких-то серьезных регалий, но человек своего поколения, очень большого опыта. О нем несколько слов расскажу чуть позже. Пока что давайте представлю составы команд. Состав Ювентуса идентичный тому, что мы видели неделю назад в матче с Миланом. Минимальная разница. По-моему, даже и минимальной разницы нет. Да,
все те же 11 человек. Маркизио в роли второго форварда. Но давайте сначала поговорим о Торино. Жан-Франсуа Жиле. Бельгийский голкипер, первый номер, невысокого роста, очень прыгучий, но, к сожалению, вот именно этот антропометрический фактор мешает бельгийцу порой доставать мячи, которые другим вратарям, например, Джан-Луиджи Буффону, были бы по плечу в прямом и переносном смысле. Сальваторе Масьело, 17-й, 6-й Анджело Агбонна, 25-й Камил Глик и 3-й номер Данило Домброзио. Защитники. Торино играет с 4 защитниками. Еще одна, помимо характера и пульса дерби, деталь, которая заставляет внимательно посмотреть на этот матч. Всегда в итальянском чемпионате в последние годы интересно, как друг против друга действуют команды с разными, принципиально разными схемами. 4 защитника или 3. У Ювентуса, мы помним, всегда 3. Вот они друг другу мяч передают. Ну, в этом сезоне всегда. Я продолжаю состав Турина объявлять. 7-й номер Сантана, Марио Альберто Сантана. 14-й Алессандро Гатци. Мигьен Шивадбаша, 4-й, 11-й Алессио Черчи. Но это все полузащитники. Можно разглядеть здесь схему 4-4-2. Вот сейчас, если приглядеться, так оно и будет. Впереди 2 нападающих. 9-й номер Роланда Бьянки, 69-й Рикардо Меджорини. Вот и они перешли на свое половину поле. 4 полузащитника и 4 игрока обороны. Состав команды Джампьера Вентуры. Теперь сочетание у Антонио Конте. Повторяю еще раз, здесь все стандартно, пока ничем не запятнали себя в последних матчах в данном составе нападающие. Хотя Маркизио форвардом не назовешь. Вот он пришел к мячу и расположился рядом с Пирло выполнять первый штрафной. Ну а Мирко Вучинич впереди. Пирло разыграл с Видалем, пас штрафную и заберет мяч Джиле. Джан-Луиджи Буффон на другой стороне поля. Голкипер, первый номер. Андреа Барцали, 15-й, 19-й Леонардо Бонуччи и 3-й Джорджо Киелини. Могут они пропустить сейчас соперника. Едва не прорвался с мячом в штрафную Роланда Бьянки. Латерали Юве, 26-й Штефан Лихштайнер и Квадва самого номер 22. Немножко разные по типологии, но вот играющие раз за разом бессменно в важных матчах для Ювентуса на финише сезона. Пока вы смотрите повторы, средняя линия атака Юве, 21-й Андреа Пирло, 23-й Артуро Видаль, 8-й Клаудио Маркизио, 6-й Поль Погба и выдвинутый вперед форвард 9-й номер Мирко Вучинич. А Мауро Бергонци, один из самых уважаемых арбитров ныне, генуэзец, судит матч. Ваш комментатор Александр Шмурнов. Еще раз напомню, что 8 очков отделяют Ювентус от Наполи, который накануне одержал победу. Не очень, кстати, простую. Довольно долго счет был 0-0 во встрече с абсолютным аутсайдером, практически безнадежным клубом Пескара. Торино имеет 36 очков. Его опережение Лиги вылета, скажем так, 7 очков. 29 Палермо, 29 Джено. Между ними еще и Сиена, которая, по сути, там же, в этой тройке находится с Палермо и Джено, потому что у нее 30 очков. Сами понимаете, 36, которые есть у Торино, почти пропуск в Серию А на следующий сезон. Но все-таки почти. 34-й тур у нас. Если Сиена, Палермо и Джено, они еще не играли в этом туре, играют параллельно, в то же время одержат победы, а Торино проиграет, то там будет очень и очень сложно. Сантана, аргентинец, недоволен с левого фланга. Как правило, он организует атаки. Надеялся на штрафной, причем штрафной опасный. Мог бы быть по позиции, по ситуации. Давайте посмотрим. Сантана, Поль Погба, явно не играя в мяч, в корпус въезжает аргентинцу. И я согласен, с Сантаной можно было претендовать здесь на тот самый штрафной. Погба, конечно, поставил колено, перекрестил траекторию. В общем, своего рода шлагбаум выставил. Ошибается Погба теперь. Видаль, прошу прощения, в передаче. Слишком сильно воткнул мяч в ногу Маркизио. Подсел под соперника, под нигерийца Анджело Агбонну. Но он такой итало-нигериец. Неспроста его зовут Анджело. Вот он.
подсел Вучинич, и судья заметил нарушение правил со стороны гостей. Сильный дождь в Турине, но игра под таким дождем на хорошем поле, а поляна здесь качественная, лишь должна быть быстрее. В всяком случае, вот накануне мне довелось комментировать матч на стадионе «Локомотив» в Черкизове, где, в общем, довольно мягкое поле, и его к концу матча, как правило, разбивают, особенно под дождем. Но все-таки именно сильный дождь, который пошел прямо перед матчем и продолжал идти с разной интенсивностью на протяжении всей встречи, он определил характер зрелищной, в общем, довольно активной игры. Ну и сегодня здесь, тем более, что на кону честь победителя дерби и, разумеется, три очень важных очка, может быть, даже и два, тоже не помешают ни тем, ни другим по одному разобрать. Но за них надо побороться. Сегодня должна быть игра довольно открытая. Борзали с мячом. Пока защитники никуда особо не торопятся. И от Видаля мяч дошел до Джорджо Келлини. Вернулся к левому центральному защитнику Бонуччи. Торино тоже не желает прессинговать. Напоминает сейчас скорее Триадора, чем БК. С вытянутой вперед красной, ну или может быть с оттенками, тряпкой так ожидает наскока своего грозного соперника. И вот, пожалуйста, теперь можно уколоть, попробовать. Контратака. Сантана догоняет Валихштайнер. Что и сейчас, нет нарушения правил. Нет, на этот раз... Кстати, Лихштайнер, в отличие от Поля Погба, пытался играть в мяч, как минимум. Правда, он все равно наскочил на соперника. Давайте смотреть. Здесь сам швейцарец ошибся. Застрял мяч в мокнущем газоне. Сантана, разбег. И, по-моему, перед тем, как Лихштайнер ногу в эпизод доставил свою, успел пробросить мяч еще на пару шагов вперед Марио Альберто Сантана. Штрафной, может быть, и карточку стоило показать швейцарцу. Но главное, что Торино заработал штрафной. Это очень-очень интересно, потому что там и центральные защитники, и высокорослые нападающие. Вот мы видим Данила Домброзио, играющий, как правило, на фланге, но тоже серьезного роста, явно за 180 футболист. Подача опасна! Перехитрили этим розыгрышем хозяева оборону соперника. Мяч забрасывали. Посмотрите, нет офсайда здесь. Но поздновато рванулись Бьянки. И за ним все престижные. Агбонна вместе с мячом уходит от Маркизио. Выбирается в общем на свободную территорию, хотя это и близко уже было к угловому, но оттуда можно было, разворачиваясь, выбирать варианты. Не было давления кого-то еще из соперников. Ну а здесь от Борзали мяч уходит за боковую линию. Агбонна слишком, по-моему, легкомысленно сейчас играл против Вучинича. Двумя касаниями обыграл черногорца. Но это было, по-моему, для защитника, для последнего игрока в линии, слишком изобретательно. И даже нагло. Пирло! Такой же, по сути, фол, как и минуты раньше на половине поля Ювентуса. Догоняет Меджерини. Пирло, и попадая в мяч, может быть, даже еще ближе к чистому отбору подошел Меджерини, тем не менее и он не был чистым, поскольку ногу Пирло сзади форвард Торино тоже задел. Андреа готовится к удару почти с 40 метров. Здесь линия стрижки, я смотрю, 8 метров. Значит, 2 раза по 16 еще немного. Да? Это 34 метра до ворот. Можно и пробить. Пирло это и делает, попадает в стенку. Как понесся Бьянки. Но он выдвинутый вперед нападающий. Он капитан команды. Он человек, который немало, надо признать, забивает.
Ну, вообще, Торино разухабистую игру показывает. В четырех последних матчах, можете себе представить, Торино забил 3, 1, 2 и 3. То есть 9 мячей в 4 матчах. Сколько, как вы думаете, очков команда набрала? Одно. Потому что 3-5, 3-4, 2-2 и 1-2. Вот такие результаты. Обязательно забивает Торино, но пропускает, как правило, больше. Сантана. Подбил мяч. Но очень здорово сыграл Лихштайнер на этот раз против него. Закрыл зону для развития атаки и сам теперь открылся справа. Поль Погба получает мяч от Видаля. Лихштайнер. Погба рядом. Две линии обороны Торино очень внимательны. В руку мяч попал игроку хозяев. Но судья на это не отреагировал. А Видаль и Погба здесь, по-моему, не очень друг друга поняли. Да и от Лихштайнера ждали, возможно, большего. Камиль Глик, поляк с немецким паспортом, играет в центре обороны у Торино. Я уж не знаю, в чем там смысл. Польша ведь теперь тоже входит в ЕС. И для того, чтобы не считаться легионером в серии А, польского паспорта достаточно, если я не ошибаюсь. Бонуччи нарушил правила. Последнюю победу Торино одержал как раз 4 тура назад. Ну, уже 5 теперь туров назад, в середине марта. Что любопытно, не пропустив свои ворота, обыграв Лацио 1-0. Передача на ход, Вучинич! Почему ж так поторопился ударный форвард Ювентуса? Отличный пас. Поль Погба превращается в лидера. Я думаю, это следующий Пирло. Потому что Андреа, при всем уважении, к нему не молодеет. Причем, если для Поля Погба взросление — это вектор развития, то, конечно, Пирло с каждым сезоном немножечко теряет. Фантастический чемпионат Европы провел Андреа. Но в финальном матче просто итальянцев не хватило на то, чтобы хоть как-то сопротивляться, очевидно, более сильной команде испанской. Но Пирло в 2012 году в своем уже солидном возрасте показал свежий футбол. Однако сезон нынешний, при том, что Пирло играет постоянно, и без него Ювентус трудно представить, все-таки подчеркнул определенное увядание Андреа, на мой взгляд. Его роль становится не настолько пронзительной. Но это мое собственное мнение, возможно, я ошибаюсь. Возможно, мы еще увидим нового Пирло, какую-то реинкарнацию. Тем не менее, Погба, безусловно, в этой зоне, в зоне рядом с Пирло, превращается где-то начиная с февраля, может быть, даже с марта, в фигуру структурно важную и эмоционально важную. Погба учится у Пирло многому. Открывается справа француз, у него мяч уходит на широком дриблинге в центр и пасует Лихштайнеру пяткой. Подача, Видаль, удар. Очень все красиво сделано. Но согласитесь, что Поль Погба прогрессирует не по дням, а по часам. Он сначала зарекомендовал себя как нормальный французский опорный, очень верткий, очень точно выбирающий позицию. Потом мы узнали по нескольким матчам этого сезона, что у него потрясающий удар со средней и даже дальней дистанции. Но вот в последних играх, я вам скажу, Погба раскрывается как глубинный диспетчер. А это то, что необходимо сегодняшнему Юве. Они могут играть и вместе, собственно, они это и делают сегодня с Пирло. Но если по тем или иным причинам в ближайших матчах или на старте следующего сезона не будет на поле Андреа, Погба запросто может уже его сейчас заменить. А он ведь с каждым матчем прибавляет в понимании, в чутье, в интуиции, в уверенности. Нарушение правил было на стороне, на половине поля Ювентуса, далеко от ворот. В общем, Торино. Позвольте, я их туринцами буду называть так для разнообразия, хотя и другие тоже туринцы. Но они скорее ювентийцы или старая сеньора, как у нас принято говорить. Не только у нас, это прозвище, разумеется, итальянское, местное.
Просто если «Сквадра Адзурра» в русском языке мы не переводим, я почему так выделяю старую сеньору, то вот старую сеньору у нас принято переводить, хотя, строго говоря, это не совсем старая сеньора. Ну, может быть, со временем еще поговорим о Ювентусе, о его кличке, о Торино, о его истории. Поговорим о взаимоотношении в дерби. Сейчас будем внимательно следить за матчем. Бонуччи успел сыграть в мяч, и против него правила были нарушены. Кирини. Вучинич. Непросто мяч обрабатывать. Но не только ему непросто. Домброзио тоже не без проблем вышел из эпизода. Пирло убирает под левую ногу. Это не очень удобно. Пасует на фланг. А само прострел и угловой. С левого фланга Юве выполнит корнер. Наверное, правильно говорить Ювентини, относительно называя как-то еще. Но это все-таки суффикс окончания русского языка. Удар по воротам. Не знаю. У нас любят Россонери, Нерадзури и прочие сквадры Адзуры. Так же, как и англицизмы в почете у болельщиков. Но главное, конечно, это то, что команда показывает на поле. Хоть горшком назови, главное, в печку не ставь. Разыграли угловой быстро и дошли до удара хозяева. Но сейчас снова в позиционное наступление перешли. Видаль, через него идет игра постоянно. Погба пропускает на Лихштайнера. Прострел опасно. И Вучинич, удар по воротам. Еще удар Погба. Застрял там в сетке, словно пойманный. В капкан Маркизио возвращается, чтобы не было офсайда. Видаль. Сегодня чаще даже Погба оказывается в роли диспетчера, чем Артура Видаль. Хотя, еще раз подчеркну, чилиец в нынешнем сезоне ключевая фигура. Те матчи, которые без Видаля проводит Юве, чаще всего он проводит несколько хуже. Если оценивать вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов от Баварии, не как беспросветный совсем уж, а действительно разбирать эти матчи, особенно ответные, я скажу, что Видаля очень-очень не хватило. Продолжает Юве держать мяч. Уже на половине поля и даже близко к штрафной Торино. Лихштайнер, Погба открылся. Тоже важное умение полузащитника центрального. И оказаться у чужих ворот, вот как сейчас. Кстати, у Погба был офсайд. И если бы он забил, нужно было бы поднимать флажок. Потому что вратарь вышел далеко вперед. Там защитник-то был, но двух игроков между ним и воротами неоткуда было взять судье. Чтобы засчитать его положение правильно. Бонуччи. Видаль. Пирло. Лихштайнер. И сразу Погба вместе с Маркизио и Вучиничем открываются. Неудачная подача швейцарца. Давненько мы не видели Торино атакующим. Здесь суматошно пытаются выйти из обороны. И в конце концов просто выбрасывают мяч на чужую территорию. Сейчас у Юве такое превосходство, как в игре на коробке в два касания.
бывает у более сильного, классного, обладающего точным и мощным ударом игрока. Я полагаю, все играли в два касания на хоккейной коробке, в футбол. И кто посильнее, он обычно бьет с центра поля, да? А тот, кто послабее, дай бог по борту куда-нибудь выбить подальше. Вот здесь то же самое у Тарина. Ну или как в хоккее в меньшинстве, в конце концов. Недоволен Вентура. Я уж точно не знаю, недоволен ли он сейчас судьей. Есть основания какие-то задаваться вопросами, все ли решения справедливо принимает арбитр. Но такие основания есть всегда, как правило. Но здесь я соглашусь с Вентурой, что несколько раз в пограничных ситуациях арбитр был на стороне Ювентуса. Два или три раза, как минимум. Вряд ли сейчас серьезно Вентура может быть недоволен собственной командой, потому что она делает все, что может. Контратак мы давно не видели, но попробуй как-то распрямись в пружинную ответную игру, когда Юве так здорово владеет мячом. Как бы он разыгрывает мяч на своей половине. Кстати, с того, что защитники Ювентуса держали мяч спокойно и ждали того, как партнеры откроются, началась 10-минутка тотального преимущества на старой сеньоре. Может быть, сейчас Торино попытается, сбив темп благодаря паузе, которая возникла, и сейчас немножечко успокоив собственные нервы, тоже перейти к атакующей игре. Глик. Пас вперед. По-моему, поспешная передача. Еще идея никакая не возникла. А что же делать дальше с мячом? Просто заброс к линии штрафной. Но Сантана прессингует. И эпизод выигрывает, можно сказать. За боковой. Мяч введен быстро. Сантана. Кто здесь на подборе? Не хватило сил. Пришел, по-моему, албанец. Мигенбаша, центральный опорный полузащитник, но не успел мяч подобрать. Вновь нарушение правил зафиксировал арбитр. Юве бросился в очередную атаку. Слева Асамоа, рядом Видаль, в центре Вучинич, получает мяч. Глик здорово реагирует. Так полупяткой выхватил мяч, не дал пройти его Ученичу. Пока в обороне все более или менее структурно правильно. У Торино, ну, тот момент, когда была суматоха перед воротами, и Погба добивал, и Маркизио в сетке лежал, и Вученич там мог забить. Он скорее исключение из сложившихся правил этой игры. Торино играет получше, чем в среднем в нынешнем сезоне в обороне. Еще раз напомню, команда пропускает катастрофически много. 49 мячей. Больше пропустили только Дженуа, причем всего на 2. А у Дженуа на 7 очков меньше набран. Ну и Пескара, которая пропустила аж 70. А, нет, прошу прощения, еще есть Калери и Рома, пропускающие больше. Я их там не заметил, они намного выше. Но это их тоже проблемы. Рома при этом забивает столько, сколько Ювентус, можете себе представить. Перехват на половине поля Ювентуса. В одно касание Гацци пасует направо. Это может быть опасно. Затянули немножко с развитием атаки хозяева. Прорыв. Подача. Сантана. Нет. Маркизио. Посмотрите, кто здесь выбивает мяч на угловой. Клаудио Маркизио. Второй нападающий.
Это говорит о том, что очень быстро Ювентус переходит и из обороны в атаку, и из атаки в оборону, что и является главным критерием умения играть в футбол. Мне пришла в голову спорная мысль на прошлой неделе. До сих пор продолжаю развивать ее. Сейчас после углового расскажу. Подача! Не получился удар. Воткнулся в мяч. Бьянке не смог выгнуться, выпрыгнуть достаточно высоко, чтобы пробить. Удобно. А мысль вот какая. Я начал думать о проблемах Барселоны. Причем, конечно, не после матча с Баварией. Уже полсезона добрых. Вот это размышление о том, что происходит с Барсой, почему она сдает немного. Они, я думаю, всех занимают, кто интересуется футболом, любит футбол и следит за ним внимательно. Но сейчас, конечно, апогея эти рассуждения достигли. И вот что пришло мне в голову. Барселона со своей удавией игрой, со своим 70% в среднем по всей дистанции владением мячом отучается живо, мембранно, импульсно играть из обороны в атаку, из атаки в оборону, постоянно переходя. То есть, конечно же, когда все в порядке, когда все защитники в форме, они там могут и мячи отобрать, и в центре прихватить, и прессингом на чужой половине поля затерзать соперника. Но этого мало. Нужно еще умение, особенно когда есть адекватные оппоненты, умение несколько раз по ходу матча или даже небольшого отрезка почувствовать этот ритм возвращения в оборону и выхода в атаку. Ювентус – команда, которая это делать умеет. Ей, на мой взгляд, не хватает класса в нападении, прежде всего, потому что форвардов по-настоящему забивных, уничтожающих соперника своими возможностями индивидуальными, Юве явно не достает. Ну и, может быть, где-то не повезло на некоторых отрезках. Ну, прежде всего, в первом матче с Баварией 25-я секунда пропущенный мяч. Если бы Ювентус сейчас играл в полуфинале, ведь тоже никто особенно не удивился бы, да, и не сказал, что это сенсация. Ювентус – команда, готовая для топ-5 европейской элиты. И чего не хватает, то, наверное, доприобретут Конте и руководители клуба в грядущем межсезонье. Но вот играть в футбол, то есть чувствовать нерв и пульс игры, оборона, атака, атака, оборона, у Ювентуса с этим все в порядке, лучше, чем у Барселоны. Ну вот, позвольте такое лирическое отступление, на которое меня навел Клаудио Маркизио, вернувшийся с позиции, по сути, 10-го номера в свою вратарскую и прервавший навес в исполнении туринцев. Торино. Ну, еще их называют гранатовыми. Ну, как-то скучно. И просто быки. Ну, быки... Не знаю, так для обиходного разговора... Какое-то не самое благозвучное название, уж извините. Гатцы пасуют назад. Был ли в этом смысл? Но Агбона понимает, что Вучинич не набрал скорость. Еще раз подчеркиваю, посмотрите в этом эпизоде за Маркизио. Он был там, где ему и положено, по схеме. Под Вучиничем. А не где-то там в глубине. Погба, отличная передача, тонкая на Лихштайнера. А тот не рискнул бить. Разбил, по-моему, лицо он Камилу Глику. Тот сразу поднял руку, находясь на грани нокдауна. Страшнейший удар нанес сразу, только это был навес. Мужественно поляк провел этот эпизод, показал, что ему очень больно. Но в тот момент, когда увидел опасность, продолжение опасности, тут же вернулся в эпизод. Это не Глик, это Меджарини был. Какое-то столкновение в предыдущем эпизоде привело к ране на лице, ее там заклеивали. А это Видаль, пас штрафную на Маркизио.
Не проходит. Агбонна. Увлекся. Ликштайнер Пирло. Вот Пирло понимает, что нельзя выдергиваться. Меджерини мяч у него отобрал. Баша. Разворот. Нужно пасовать скорее направо. Подключение Домброзио. Забрасывает мяч на фланг. Ну, по-моему, это уже потеря всяческая темпа. И тем не менее, атака продолжается. Прострел. Меджерини. Как же Домброзио не смог вложить мяч в ногу партнеру. Роскошный был шанс. Открыть счет у Торино на 31-й минуте. 0-0 по-прежнему. По большому счету ничего особенно не потеряет Ювентус, если сыграет сегодня в ничью, допустим. Торино набранное очко не помешает. Но я уверен, что где-то в глубине души и те, и другие прежде всего рассчитывают на победу. В центре поля мяч. Примерно равноценные показатели по перехваченным мячам и потерям. Чуть чаще, кстати, Ювентус мяч отбирает. Ликштайнер. Свободное место. Ну вот эти треугольники с фланга в центр получаются у Юве очень часто. Именно потому, что так игра устроена. Маркизио. Пора освобождаться от мяча. Само штрафной бьет по воротам. Та же самая треугольная комбинация, которая сразу обостряет ситуацию у чужой или даже непосредственно внутри чужой штрафной. Неудачный подкат. Вучинич. Рядом Маркизио. Неудобно сделал передачу. Но, правда, нужно сделать скидку нам с вами на газон. Ну и здесь потеря. Очень быстро, хотя по-прежнему ровный без выбоин газон на Олимпийском стадионе. Здесь пока не была достроена собственная арена. Ювентус Стадиум частенько принимал своих соперников и Юве. Мне довелось побывать на этом стадионе, когда Ювентус играл против Зенита. Если помните, Дель Пьеро тогда забил сумасшедшим ударом с 38 метров единственный мяч. Меджерини нарушил правила против Кьеллини. Слишком агрессивно пошел в стык, по мнению арбитра. Но бергонцы могут возненавидеть болельщики Торино. Ну, здесь равноценная абсолютно борьба. Видаль выигрывает мяч у Баши. А что здесь нам хотели показать? Все в порядке, никакого офсайда в помине. Но момент не довели до ума гости. Погба. Давненько мы не видели его близко к чужим воротам. И сейчас не увидим в ближайшие секунды. Потому что другой опорный, другой центральный полузащитник владеет мячом. И уходит Торино в свою атаку. Сантана режет угол. Дожидается Погба. Обыгрывает его еще раз. Ух ты, как пяткой сыграл в Ликштайнера и уткнулся. Но вот тут арбитр рассмотрел нарушение. То ли Ликштайнер вытянул руки вперед. Или еще что-нибудь. А что происходит на поле? Почему так зашумели трибуны? А, Ликштайнер, конечно, вытянул руку и попал прямо в лицо сопернику. Надо давать желтую карточку, по идее. Сантана хорош. Очень смелый
затеял он разворот, трюк. И штрафной однажды подобный выполнили очень оригинально. Хозяева сейчас разыграли иначе. И все-таки подача. Ну, легко мяч достался Видалю. Не в ту сторону развернулся, очень быстро понял свою ошибку. Правда, не сразу исправился защитник Масьело. И вот контратака. Передача в центр. Мяч ему словно нарочно подарили. Офсайд у Маркизио. Офсайд. Да, было явное положение вне игры. Очень тонко, как мембрана распрямилась и превратилась в единое целое. Оборона, линия обороны Торино, и Маркизио остался по ту сторону. Пас вперед, подсел Меджорини под Бардзари. Штрафной, 10 минут до перерыва, 0-0. Маркизио, хорошая передача. Чуть-чуть раньше начал бы движение Видали, мог этот мяч подхватить. Но по-прежнему все в порядке в оборонительных построениях. Торино. То есть, сокращая эту фразу, можно было сказать, у них там порядок. Или их оборонительные порядки. Хорошо. Пирло. Навес. Удар поля Погба. Хороший плотный удар. Но, правда, Жиле все видел. Да и офсайд опять. Зафиксировали арбитры. Прессингует Ювентус. Маркизио. Но мяч не удалось забрать благодаря этому прессингу. Красиво все здесь. Пропустил мяч Меджорини. И Сантана тоже был хорош. Ну а вот в контакте Пирло и Бьянки судья никакого криминала не заметил. Очередной акт давления на арбитра со стороны публики. Упал Бьянки. Надо посмотреть еще раз и еще раз эпизод. Потому что, если честно, многовато, еще раз подчеркну, вроде бы одинаковых моментов для разбора, которые судья... Вот смотрите, точно такой же момент был в противоположную сторону, и судья, не раздумывая, дал свисток. И штрафной. Когда не успевает, по-моему, тогда Меджорини, что ли, был... Но главное, что игрок Торино, чуть-чуть не попав по мячу, поставил свою ногу на пути соперника. И тот об нее споткнулся, об нее ударился, если угодно. И это было фолом. И было расценено как фол. А здесь в совершенно аналогичной ситуации бергонца промолчал. Ликштайнер. Бардзари. Мануччи. Ну что и здесь, прессинг. Ну тут странно было бы спорить. Меджорини все время прессингует Пирло. В данном случае он заплел еще и второй ногой, оказав помощь первой. Ноги соперника. Маркизио. Самоа. Хиллини подошел к атаке. Пирло. Квадва Самоа вновь. Здорово разворачивается сейчас.
продвигаясь буквально на несколько метров. Ну, здесь сразу потеря всех темпов возможных случилась, и даже мяча. Лихштайнер, фол. Ну, Лихштайнеру пока пора показывать желтую карточку. Он Сантану терроризирует всякий раз, когда не успевает отобрать мяч чисто. Я думаю, Лихштайнер обязан получить предупреждение. Это третий или четвертый фол, зафиксированный против Сантана. А были еще несколько арбитром таковыми не восприняты. Ноль-ноль за 5 минут до перерыва. Ничем не хуже Торино, если говорить о реализации своего плана. Конечно, сумма возможностей у Ювентуса изначально и по ходу этого матча выше, очевидно. Но Торино, исходя из своих скромных реалий, очень правильно играет и моменты создает, и в обороне пока без провалов, без проблем. Погба очередную атаку расчертил. Лихштайнер направил на чужую штрафную. И что здесь? Очередной раз Бьянки на газоне. Судья молчит. И тут даже трибуны, которые всегда лакмусом оказываются в подобных ситуациях, тоже промолчат. В одно касание. Передача на Лихштайнера. Очередной раз подключается швейцарец. И тут же Поль Погба. И еще один перевод. Теперь два фланговых игрока задействованы. Квадва самого с мячом. Диагональ. Вторая в ту же самую точку. Хотя, по-моему, все ждали другого. В том числе и партнеры. Сантана обнимает Бонуччи, пытаясь выцарапать мяч. Тут судья очень зорок. Опять Лихштайнер. Погба. Нет, у него никакой помощи, и должен быть удар от ворот. Сам себе в ногу попал Поль Погба и все, это прекрасно понял. В таких ситуациях еще очень часто начинают выпрашивать у судей что-то, угловые какие-то футболисты. А вот это неплохо. Меджерини и Сантана опять были на острие. Выцарапал мяч Меджерини. Сантана, удар! Браво, Буффон! Первый раз в матче вступает, по сути, в игру. И мощно поставив ладонь, парирует выстрел Марио Альберто Сантаны. Прекрасный удар в дальний угол. Ну, почти что в дальний. Чуть ближе к центру. И тем не менее, непросто, очень непросто было Буффону очередной раз доказать, что он буффонище. Не надо хватать за горло, конечно. Это Глик был виноват перед... Или Меджерини. Меджерини сегодня главный башибузук в составе Торино. Лихштайнера можно поставить на противоположную чашу весов. В этом же смысле я согласен абсолютно с бергонцами за то, что они здесь затеяли. Вообще за весь первый тайм и тот, и другой должны были получить желтую карточку. Каждый. Все справедливо. Угловой. Подача. По-моему, слишком легко мяч достался Бонуччи. Еще один заброс на Сантану. Пытался он грудью себе скинуть на ход. Обыгрывает Маркизио. Выцарапывает мяч аргентинец. Угловой, угловой. Угловой. Ведь второй был рикошет. Сначала от ноги Сантаны, а потом еще раз от ноги Маркизио. Нет, я ошибаюсь. Давайте посмотрим. Смотрите. Сантана, Маркизио. Ну, конечно же, от ноги опорной итальянца мяч ушел. Ну, что-то уже не очень приятное для глаза. Значительно больше, я уверен,
среди наших телезрителей, болельщиков Ювентуса. Но, если честно, я и сам с огромной симпатией к старой сеньоре отношусь, но как-то судьи слишком уж односторонне сегодня расценивают эпизоды. 2 минуты. Рекуперо, как говорят в Италии. Это слово означает в том числе и перехват. Возвращение себе потерянного. Компенсация. Долго-долго вокруг своей оси. Крутился Масьело, но в результате мяч-то остался у Торино. 1,5 минуты и гораздо ближе к чужим воротам. Я не скажу к голу в этом первом тайме, но в последние 10 минут ближе к чужим воротам Торино. Помните 30-я минута и рассуждение о хоккейной коробке, о том, что более слабый выбивает на чужую половину поля? Так это смотрелось. Сейчас все по-другому. Ну вот Поль Погба сумел за счет скорости и юркости своей выиграть эпизод. Хотя и здесь, смотрите, коробочка внешне так выглядит, потому что нарушает правила Гатце. Но до этого мяч-то чисто забрал его партнер. Ну, не надо было Гатце так подкатываться. Тут сам Маркизио понял, что коснулся мяча рукой. Штрафной удар. Спорный. Отдай, пожалуйста. Какую-то сложную формулу справедливости придумал Бергонц в этом эпизоде. Ну да ладно, в первом тайме уже, скорее всего, ничего не будет, потому что 20 секунд остается. Хорошая, ритмичная игра. С моментами, конечно, в большей степени чаще возникающими, будем так говорить, у ворот Торино. Но с игрой быков, которая подчеркивает их характер, вполне адекватный их символу. 0-0 перерыв. Скоро начнется второй тайм матча Торино-Ювентус. Проливной дождь. Команда очень долго готовится к выходу на поле из раздевалок. Забавно, что мальчик быстрее папы сообразил, куда нужно смотреть, чтобы попасть по-настоящему в камеру. Ну, современное поколение просто ориентируется лучше в средствах коммуникации. Бьянки. Капитан Торино Роландо Бьянки был не очень эффективен в первом тайме. Много били его защитники Ювентуса, надо признать. Но в сравнении с Вученичем в перерыве, там, в середине перерыва по техническому монитору я видел как раз картинку, которая у нас бывает, когда мы чемпионат России комментируем, тоже всевозможные сравнения отдельных игроков, ну и детали, статистики. Просто в матчах национальных чемпионатов мы, как правило, перерыв вот так не используем. Хотя, может быть, интересно было бы и в этом смысле развиваться тоже. Но я не скажу, что статистика была какой-то очень интересной. Ну, в частности, сравнивали Бьянки и Вучинича. И видно было, что у Мирко все игровые параметры повыше, чем у его прямого оппонента. Схема похожая в целом впереди у команд, но разница в том, что Ювентус играет в 3 защитника. Это прекрасно видно сейчас перед стартом второго тайма. Лишний раз напоминаю, что примерно половина команд итальянского чемпионата пользуется сейчас схемой 3-5-2. Ну, она же по-разному выглядит, как 3-5-1-1 сегодня у Юве, например. Потому что Маркизио значительно глубже Вучинича расположен. У Торино классика 4-4-2. Составы, напомню, ворота одноименный городу команды защищает Жан-Франсуа Жиле. Масьело 17-й и Домброзио 3-й фланговые защитники. В центре 6-й номер Акбонна и 25-й Глик. Атака Ювентуса на первой же минуте второго тайма. Штефан Лихштайн разрабатывает угловой. Полузащита. 14-й, 4-й сначала Мегенбаша, албанец, затем 14-й Алессандро Гатци. Это опорные. Слева
Сантана 7-й, и справа Алесио Черчи 11-й, который был инертен лишь однажды, что-то там сумел создать. Ну и глубины нападающий 69-й номер Меджарини и 9-й Бьянки Центрофоро. Главный тренер Джампьера Вентура. Ювентус разыграл угловой через Пирло. До Лихштайнера мяч дошел, и он вынужден был, спасая ситуацию, побыстрее пробить в сторону ворот. Состав Юве. Буффон защищает ворота. Три защитника Барцали, 15-й, 3-й номер Кьеллини чуть сбоку, а между ними центральный защитник Леонардо Бонуччи, номер 19. Латерали 26-й Лихштайнер и 22-й Самоа. Опорные 21-й Пирло перед ним. Дальше уже ближе к атаке 6-й Погба и Артура Видаль, номер 23. Удар Вучинича! Вот это да! Куда мяч-то полетел? Мне даже казалось, что в ворота. Но был явный рикошет. 8-й Маркизио, 9-й Вучинич. Ну да, вот тот албанца с редким именем Мигьен. Я, правда, точно не знаю. Мигьен Шиват Баша. Он в протоколе. Шиват — это второе имя или вторая фамилия? Сейчас поинтересуюсь. Пока что смотрим угловой. Подача. Погба, похоже, там выиграл мяч. Черчи просто выбросил подальше. Вот ворот Алесио Черчи этот мяч, а Самоа. Ну и назад с уже успевшим вернуться на свою половину поля Андреа Бардзали играет. Мигьен Баша, по-моему, вот это Шиват, это вторая часть имени длинного. Ну, хочу еще уточнить. Обещал немножечко рассказать об истории дерби, но впереди еще целый тайм. Вполне возможно, что команды согласятся на ничью. Такое теоретически возможно. Почему? Потому что идут параллельные игры. Футболисты Торино могут знать результаты. Остается совсем немного. 4 тура после этого до финиша. И Торино опережает зону вылета на 7 очков. Если там еще очки будут терять команды из этой зоны. Сиена, Палермо или Дженуа. Вполне возможно, Торино вполне достаточно будет одного очка. А может быть, не слишком расстроится. Ну, те, от кого зависит будущее клуба, скажем так. Не болельщики, конечно. Акционеры, руководители. Ну, дескать, не вылетим мы хорошо. Хотя это все серьезной натяжкой. Проигрывать Ювентусу нельзя. Дерби есть дерби. Ну и Юве похожее положение в таблице, потому что Наполи отстал серьезно, 8 очков. Но мало кто будет доволен потерей. Кирини. Кстати, Мигьен Шиват Баша швейцарец, как и очень многие албанцы. Известные футболисты. Вот в Наполе сразу 3 швейцарца разных национальностей играют. Ну, Швейцария сама по себе такая страна. Редкая, 4 национальных языка. Правда, вот эти 3 человека из Наполи ни один из национальных языков Швейцарии не представляет. Эткес. Погба. Прорывается. Но тормозит и играет с Келлини. Бонуччи. Неудачная передача. Ну вот, Торино встал в стойку. Это мы видели по ходу первого тайма. Чаще, чем что-то противоположное. Но концовка была очень яростной со стороны Торро. Сантана прекрасным ударом атаковал ворота из-за штрафной слева, и потрудиться пришлось Буффону. Пас вперед. Здесь Камил Глик не стал играть вратарем. Развернулся и, по-моему,
Торино получит мяч, да. Сальваторе Масьело. Масьело. Фамилия какая-то не очень итальянская. Это вокальная позиция S как Z считается в итальянском языке. Здорово, на скрещивание выходит из обороны. Туринцы, но видно было, что Бьянки упустил мяч. Выпустил из-под контроля. Только после этого упал. Лихштайнер в очередной раз впереди планеты всей. И очень здорово играет Данила Домброзио. Сбрасывает мяч вратарю. Ну вот смотрите. Чистый подкат. Нога на газоне. Мяч у Асамоа. Только после этого спотыкается Бьянки. Пирло. Всю игру прессингует его Меджорини. Сегодня не очень заметен Видаль. И вновь не слишком выразительную передачу сделал чилиец. Мяч отскочил к партнерам. Видаль. Само. Буффон выбивает мяч подальше. Заставила его ситуация играть именно так. Погба как здорово развернулся. Он очень гуттаперчевый игрок. Нет, нельзя разыгрывать мяч. Было нарушение правил, штрафной, да, схватили сзади. Это Гатци нарушил правила. При этом Погба отмахнулся, почувствовав руку, которая держит его за футболку. И как раз попала Алессандро Гатци. А, так вот, Вентура, любопытная судьба у тренера Торино. Он практически не играл в футбол. Он вырос в Генуе. Начал играть за молодежную команду Сампдории, однако серьезную травму получил, ну и практически до уровня профессионального игрока не дорос. Зато уже в 28-летнем возрасте он тренировал юношескую команду Сампдории, потом стал помощником главного тренера. Однако, не добравшись, дальний удар Погба, мяч попал в Сантану, нет положения вне игры, Видаль, Маркизио. Домброзио его оттеснил, но все-таки там что-то заметил. Нарушение правил в нападении на этот раз арбитр. А, так вот, не дождавшись приглашения, видимо, в основную команду, ну, тут офсайд-то не было, задержался Домброзио. Судья сам определил этот офсайд, такое ощущение. А на самом деле, вот мы говорили, как часто бергонцы в пользу Ювентуса принимал решение. Вот здесь неправ был Домброзио. Ни офсайда, ни нарушения против защитника Торино не было. А вот против Маркизио вполне возможно фол и был. Ну, я не призываю к экзекуции, к тому, чтобы пенальти назначил арбитр. Но, по большому счету, этот эпизод тоже спорный и вовсе не в пользу Ювентуса решенный судьей. Итак, Вентура не стал ждать приглашения. Он попадет в Сампдорию на роль главного тренера только через 18 лет, после того, как он покинул клуб и начал свои скитания по третьим, четвертым, я же даже не знаю, каким дивизионам, здесь такие названия: Чентезе, Энтелла, Джаре, вот такие команды он тренировал. Ну, впрочем, тренировал и команды с более известными звучными названиями, Венецию, например, или Кальяри в свое время. Однако первое появление на мостике
команды с большими амбициями состоялась только в 2004 году, когда возглавил Наполи Джан-Пьера Вентура. Но, по большому счету, какого-то прорыва не случилось. Тем более, что Наполи в тот момент играл не в серии А. Ну и дальше были Мессина, Верона, Пиза, Бари. Вот Торино с 11 года, так Вентура везде максимум 2 сезона работает. Если после этого чемпионата его не уволят, это будет лучший результат. Сальваторе Мазьело получает желтую карточку тем временем. Вот такой вот тренер, уже 65-летний, увидавший виды, возглавляет ныне Торино. Еще и руку Бонуччи здесь заметили. Фол против Меджорини. Нападающие хозяев. В общем, пока ничего толком выпросить они у судьи не могут. Вот, кстати, тот случай к разговору о матче ЦСКА «Спартак», в котором соотношение нарушений было 27-12. Я полагаю все-таки, что некоторая тенденциозность в оценке эпизодов была в том матче, как и сегодня она просматривается. Но характер игры, вот, туринцы слишком быстро, я имею в виду Торино, начинают фалить, если мяч теряют. А футболисты Ювентуса ведут себя чуть-чуть иначе. И в соотношении фолов большой перекос в сторону одной команды, ну так, если призадуматься, он может диктоваться характером. Разным характером поведения и вообще игры двух команд. Если это еще и умножить на коэффициент определенного отношения арбитра, например, к тем же симуляциям, я не имею в виду к командам, и тем более не веду никакого разговора о пристрастности, но симуляцию одних можно так воспринять, тем более, когда арбитр опытный и все знает, давно уже работает, как бергонцы, я имею в виду, сегодняшний. 59-я минута, 0-0 по-прежнему. Ювентус контратакует, Глик нарушает правила против Вучинича. Касарес появится на поле. Еще не вышел, а уже у него, как у пирата, заклеена физиономия. Из боковой Ювентус бросает. Лихштайнер получил мяч от Пирло, но обыграть Сантану не смог. Много работает на своей половине поля. Самый активный игрок атаки сегодня у Торино, я имею в виду Марио Альберто Сантану. Вообще на том фланге гораздо больше событий происходит. И Лихштайнер заметнее, чем Квадва Асамо. И Сантана, его оппонент прямой, ярче, чем Алисио Черчи. Подача. Ну, можно сравнить еще и игроков других амплуа на тех же флангах. Если присмотреться, между Домброзио и Мазьело особенно нет разницы. А у Ювентуса никаких других футболистов там и не заметишь на постоянной основе. Главное, дуэль слева. Если смотреть на ворота Буффона, это Сантана Лихштайнер, а справа Асамо Черчи, но вот они встречаются гораздо реже. Разворот, и пошел в атаку Меджорини. Видаль нарушил правила. Тут даже бергонцы не мог не заметить.
Касерас универсал, он может выйти на позицию латераля. Я не удивлюсь, если он Лихштайнера заметит, потому что у того есть желтая карточка. Хорошая передача, мяч штрафной, не успевает Черчи. И, кстати, за ним Асамоу-то и не дошел. Тут же Лихштайнер за Сантана и во всех эпизодах следовал. Да здесь и Келлини не очень-то успевал. Если бы мяч Черчи получил, это была бы большая клякса на сегодняшней истории игры в защите Ювентуса. Не смог перевисеть Алессандро Гатце, Поль Погба, но затем мяч к нему отскочил. Правда, и он отдал его сопернику Сантана. Погба выбил мяч за боковую, страхуя Лихштайнера. Агбонна получил мяч на бровке. Но опять так притерлась вся команда хозяев к левому флангу. Вот теперь справа попробует начать атаку. Передача вперед. Здорово сыграл Бьянки. Пирло не смог отобрать мяч у Беджарини. А вот тот не прокинул мимо Бардзали. Очень хорош Андреа Бардзали. Вообще сезон выдающийся проводит. По моему мнению, один из лучших защитников мира сейчас. Видаль. Удар. Глик. Келлини поддержал атаку. А само, но все-таки здесь глубокого проникновения нет. На этом фланге. Мяч отсюда чаще всего уходит в центр для продолжения. Развития комбинации. Подниматься нужно Видалю. А если он появляется справа у Лихштайнера, то очень часто следует обострение. Ну еще посмотрите, опорные, точнее передние центральные полузащитники перед Пирло играющие. Видаль и Погба себя по-разному ведут. Погба гораздо чаще, если случай в первом тайме, оказывался участником атакующих действий. С Видалем это происходило, ну, раз-два и обчелся. Бардзали. Маркизио. Погба. Еще раз напомню, Погба играет чуть правее от того, может быть, и здесь. Небольшой перекос. Вучинич. Джорджо Келлини получил мяч. Перевод направо. Очень точный на Лихштайнера. Сантана тому мешает, но он одинок. Лихштайнер может попробовать обыграть. Подает. Лихштайнер, Видаль в центр. Не знаю, скидка это была или просто неудачный удар. Но подбирают мяч перед своей штрафной. Хозяева, Сантана. Здесь рискованно, нужно вратарю вернуть. Нарушил правила Бьянки. Видаль. Погба. Не без труда. Вдвоем его обокрали. Сантана и Гатце. Погба вернул себе. Утраченное очень быстро. Артура Видаль. Асамоа. Видаль. Не успел пробить по мячу. Очень вовремя Камиль Глик выскочил из штрафной и блокировал этот удар. Агбоне теперь помогают другие партнеры. И вот выход. Гатце. Пас на Бьянки. Скорее всего, Бонуччи успеет. Логично было отыграть вратарю, но Бонуччи и так был в себе уверен. Кстати, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики,
Среди лучших клубов 20 века Ювентус занимает второе место. Не пятое, не четвертое, второе. Джонатас заменит Меджорини. У Торино. Рикардо отыграл серьезный матч. Я могу назвать его даже полноценным. Он очень был полезен. Очень много работал. Фалил много. Ссорился с соперниками. Но и это было частью его задания. В общем, КПД довольно высокий. Еще бы моменты создавал. Забил бы, может быть. Была бы еще роскошнее его оценка. Барзали, Маркизио, Келлини, Асамоа. Понял, что переборщил с финтами, скинул мяч на Видаля. Погба! Должен пробовать бить поворотом с такой дистанции Поль Погба, потому что он уже забивал в нынешнем сезоне именно издали. Но сейчас мяч не лег на ногу. Был у него вообще один совершенно невероятный матч, когда он сделал дубль. Это была игра с Удинезе. Но мне в большей степени запомнился его удар по воротам Болоньи в первом круге, который принес Ювентусу победу на 92-й минуте. И вообще 5 голов у Поля Погба в 25 матчах, из которых только 16 в стартовом составе. Для полузащитника центрального великолепный результат. Стоит забывать, что едва исполнилось 20 лет. Уже по ходу второго круга французу. Чем-то он напоминает Патрика Вьера, но даже чуть полегче, по-моему. И в своих решениях, и в своей игре, ну и фигура пока еще, может быть, в 20 лет по-настоящему не сформировалась. При этом легкость это не означает легковесности. В борьбе за мяч Погба бывает очень суров. Вучинич отбросил мяч вроде себе назад, но получилось сопернику. Туринцы тоже теряют, и завершается эпизод ударом Лехштайнера. Кстати, куда делся Касарес, которого собирался Конте выпустить на поле? Так мы и не увидели уругвайца. Джонатас вышел на замену. Тащил мяч, и вновь показалось болельщикам Торино, что было нарушение правил, на которое судья никак не среагировал. Джонатас пока играет немного. Футболист из молодежной сборной Бразилии. Нападающий. Хорошие очень данные, 1,90 м. И самое главное, что в молодежке бразильской 3 матча, 3 гола. Но вот Торино, пока мы его толком не видим. Он здесь в аренде, принадлежит Пескаре. Надо полагать, Торино его вернет себе. В смысле, приобретет права уже окончательно. Потому что Пескара, скорее всего, вынужден будет распродавать игрока. Ну, так или иначе, 21-я игра уже Джонатаса за Торино. А, нет, обманул я вас. 21-я игра в чемпионате.
За Торино это 10-й матч. И ни разу еще не вышел в стартовом составе. Пескари как раз играл постоянно. Чаще всего с первых минут. Но при этом успел, выходя на замену, если в Пескари играл и забил только один мяч в в 17 матчах, то 9 раз, выходя на замену в составе Торино, отличился дважды. Причем победным оказался его гол во встрече с Лацио. Последний, принесший Торино полноценные 3 очка. Бьянки, Джонатас. Пошел на перерез в центр, однако Киеллини очень четко подобрал ногу и, не нарушая правил, выдавил мяч. Выбил его из-под ноги. Пирло, разворачивается Видаль. Дальше Вучинич. Не смог прорваться. Сам в штрафную и отбросить кому-то из партнеров. Вообще Вучинич, конечно, не хватает чувства реальности во многих эпизодах. Я не скажу, что здесь его подвела техника, он просто неправильное решение, как мне показалось, принял. Ну и Конте, тем не менее, не меняет своего центра форварда. По два само. Видаля, само вновь. Вучинич. Это он нарушил правила. Ну, почему бы не дать кому-то шанс? Уж не знаю, кто в лучшей форме из запасных нападающих. И тем не менее, странно немножечко, что мы не видим замену Ювентуса. Хотя уже идет 73-й, сейчас пойдет 74-я минута. И в атаке явно во втором тайме ничего не ладится. Кастерес все же через 15 минут после того, как он был готов, меняет Штефана Лихтштайнера, у которого есть желтая карточка, которая набегалась по правому флангу. Но эта замена вполне очевидная по ситуации и по позиции. Ну, Кваляреллo. Вот, например, Кваляреллo. Чем плохо-то? Дайте парню шанс. Удар по воротам. Ну, 3 раза пробил, однажды попал даже в створ. Но помню, что удар этот не был опасным. Фабио Кваляреллo. Игрок сборной. Но, к сожалению, нынешний сезон для него стал очень неровным. Здесь Ди Чезаре появился вместо Данила Домброзио. Видаль. Кваляреллo несколько иного рода нападающий, нежели замененный им Мирко Вучинич. Скорее удобно атаковать из глубины, но у Ювентуса, наверное, и получится только из глубины атаковать. Потому что Торино готов двумя эшелонами встречать любую атаку. Нужна игра перед штрафной. Мяч совершенно не держался у Вучинича, когда надлежало за него зацепиться. Возможно, Кваляреллo в этом будет более удачлив, успешен. Пока что уходит вперед через Черчи и Бьянки Торино. И обратная передача капитана была, не, мягко говоря, не важнецкая.
Любопытно, что Фабио Кольярелло играл за Торино. Это его первая профессиональная команда, хотя он неаполитанец. Мечтал играть в Наполе, но попал туда лишь через 10 лет после начала своей карьеры. Уже став известным игроком, став игроком национальной команды, он в первой сборной с 2007 года, с того сезона, который завершал в Сампдории, переходя в Удинезе. В Удинезе был очень ярким игроком, и в Лиге чемпионов поиграл, и, в общем, ну, безусловно, звездный этап в карьере был, но он не был связан с большой командой. И когда в Наполе, который приобретал статус клуба, желающего вернуться в элиту, Кольярелло перешел, тут у него случился спад. Отыграл один сезон и вроде бы на повышение отправился в Юве, но все-таки уже с небольшими вопросами. За Ювентус, выступая, Кольярелло несколько выдающихся мячей забил и несколько выдающихся матчей провел. Но вот сказать, чтобы он здесь стал лидером, звездой, я не рискую. Очередная желтая карточка. Камиль Глик постоянно охотится за соперниками. Если он выбежит из своей штрафной, он, боясь, как бы зона не была закрыта, там его не потеряно наоборот, обязательно начинает с ярости в каждый эпизод идти далеко от своей штрафной. Только бы, чтобы игра остановилась, такое ощущение, а он успел вернуться. Ну, врезал Кольярелло. Только что вышедшему Камилу Глик получил желтую карточку. 15 минут ровно до финального свистка. Как правило, в современном футболе добавляют 3 минуты. И как раз 78 – это четверть часа до конца. Редко бывает, чтобы 2 или, наоборот, 4 добавляют. Подача, мяч отскакивает, Погба. Давненько никаких моментов мы не видели. Андре Пирло. Красивый перевод. Видаль, прострел. И не успевает Бонуччи завершить эту атаку. А защитников-то маловато там. Разгоняется. Ох, как здорово Черчи по своему флангу. Пирло вряд ли его догонит. Прострел Бьянки. Ну, два-то шага сделай. Чуть-чуть помощнее, побыстрее. И тогда уже, чтобы закрыть тебя, нужно будет толкать спину. А это пенальти. Нет, не успел Бьянки оторваться от защитника, не заставил того сфалить и не догнал мяч, который вырезал прямо на него Алессио Черчи. Подача. Нет риска в действиях Жана Франсуа Жиле. Хороший фрагмент. 40 секунд открытого футбола. Как здесь Черчи-то обогнал Асамо. Кстати, еще одна атака. Нет, здесь уже игрока на правом фланге не оказалось у Торино. Надо, возвращаясь к Кольярелло, справедливости ради сказать, что начал-то он свою карьеру в Ювентусе здорово. И закрепился, уже будучи игроком Ювентуса, национальной сборной. Как случай, стал постоянно вызываться, играть. Но получил разрыв крестообразных связок. Это было 6 января 2011 года в матче с Пармой. Кстати, в тот момент трансфер Кольярелло, я вот только сейчас об этом узнал, наверное, знал когда-то, но забыл. Сейчас увидел, и очень приятная информация. Ну, атаку досмотрим. Бьянки, Черчи с мячом. Упустили, конечно, свой шанс турецы. Тем не менее, прострел!
Пенальти нет, не держал и не держал. Ибо Анучи там Джонатаса за футболку, а? Сеньор Бергонц. А если повтор? Черч как здорово играет. Я даже комментировать это не буду. Некрасиво, некрасиво. Это пенальти, красная карточка. С этой минуты я болею за Торино в этом матче. Еще раз подчеркиваю, что мне очень симпатичный и интересен Ювентус. Но судья сделал все, чтобы симпатии нейтральной публики в этом матче принадлежали Торино. Просто потому что это несправедливо, так судить нельзя. В первом тайме я еще думал, ну вот, может быть, он немножечко в сторону Ювентуса слегка так подсвистывает. Ну как же можно подобные вещи-то не замечать? Я даже пытался разобрать эпизод с Маркизио и с Домброзио, если помните, наоборот, находя некую справедливость или уравнение ситуации. Ну сейчас-то, ну как можно не увидеть то, что пас на Джонатаса пошел, и он загонял мяч в пустые ворота, если бы не откровенное там вот это полотнище перед матчем, которое болельщики Торино растягивают, да? И, по-моему, точно так же трепыхалась на ветру футболка Джонатаса. Ее не заметить мог только слепой. Марио Альберто Сантана покидает поле. Прокваль-Ярелло. Он разорвал крестообразные связки, когда принадлежал Наполи. После этого... Еще в процессе его восстановления этот 28-летний игрок, далеко не какой-то там перспективный юноша, Ювентус выкупил контракт, заплатил 10,5 миллионов и заключил 3-летнее соглашение с самим игроком, таким образом давая возможность ему восстановиться, получать хорошую зарплату и рассчитывать на выход на прежний, скажем так, уровень. Может быть, даже и на новый. Кваляреллo с тех пор, ну, к сожалению, так по-настоящему и не заиграл на 100%. Хотя в этом сезоне на его счету 9 забитых мячей. В 20 матчах, наверное, не самый плохой результат. Ну вот, мало играет. Сейчас чаще остается на скамейке запасных Фабио Кваляреллo. Интересен форвард прежде всего тем, что очень много небанальных решений принимает. Он и пробьет из позиции, в которой иной человек даже и не подумает. Через себя, с лета, положив корпус, бьет Кваляреллo. Сходу, когда вроде бы нужно сделать пару шагов и улучшить позицию, а он бьет и попадает. Все это было в его карьере, и хочется увидеть чего-то еще. Ох, какой момент! Едва не забивает Ювентус, потому что защитник пропускает поле к Погба, к мячу, и тот промахивается мимо угла ворот. А само нет офсайда. Не прав здесь, конечно, Мазиело, левый крайний. Нужно было играть в мяч. Запросто мог Ювентус забить. Но не сумел подобрать в полете ногу, как следует подставить ее под удар. Поль Погба мягким подъемом. Щечкой скорее, чем подъемом, переправлял мяч в ворота. И этот сильно летящий снаряд смял преграду. Удар не получился акцентированным и жестким. 0-0, 85-я минута заканчивается. Мазиело там получил небольшое повреждение. Вернется через боковую линию. Сальваторе в игру. Тем временем бьет Жилена на другую половину поля. Джонатас. Голевые моменты. Один у Торино. Ну как же так? А вот это не был момент, когда сейчас Джонатасу не хватило полметра. Даже если предполагать, что рука соперника Бонуччи не держала его футболку. Это был голевой момент или нет? Как тут считают? А что, удар Сантаны
из-за ворот, из-за штрафной, под перекладину. Это не голевой момент? Да еще было несколько. Как-то неправильно работают со статистикой наши коллеги. Маркизио. Видаль. Удар. Ох, какой удар! Видаля. Гол! Гол Артура Видаль. Весь матч он играл как-то сомнительно. Но удар фантастический. Ничего не скажешь. Это уровень. Тем более заметный уровень игрока, который... Я, конечно, не скажу, простоял весь матч. Видаль, как всегда, был гиперактивен, но все-таки через него игра гораздо реже шла, чем, допустим, через поле Погба. Ну как же он умеет бить по воротам, а? 24 метра! Никаких шансов у коротенького Жана Франсуа. Я начинал с этого репортаж, объявляя состав Торино. До тех мячей, до которых Буффон долетает без вопросов. 180-сантиметровый Жан-Франсуа Желе может просто не дотянуться. Это в результате и произошло с ним. И все равно мне жалко Торино, и я буду болеть за то, что в последние 5 минут команда постаралась отыграться. Хиллини оттесняет Алессио Черчи от мяча. Судья показывает, можно играть. Хотя и на этот раз мне показалось, что была блокировка. Барзали, Погба. Маркизио. Валерелло открылся и получил мяч. Справа Касарес. Валера протаскивает мяч дальше. Там его уже цепляли. Но тут Кваляреллo слишком агрессивно пошел на вратаря. Но, в общем, не жалеют друг друга. Характер дерби, долго таевшийся где-то в пещерах. Турнирные, недостаточно акцентированные интриги для каждой из команд. Он все-таки выбрался огнедышащим драконом наружу. И в том он проявляется, что друг друга не жалеют соперники. И в том, что... яростно бросаются выигрывать каждый эпизод, особенно в концовке. И сейчас, я думаю, еще много интересного нам предстоит. Хотя остается очень-очень мало времени у Торино. Очередной фол Камила Глика. Против Кваляреллы. Красная карточка, я так понимаю, поляку. Да, теперь Торино вряд ли отыграется. Теперь мы с вами будем смотреть в турнирную таблицу. Сами решайте, сами делайте выводы, дорогие друзья. В том числе и болельщики Ювентуса. Насколько объективным было сегодня судейство. Здесь, конечно же, Кваляреллo Глик очень жестко атаковал. Он пытался из-за соперника, вынырнув, сыграть этот мяч. И сыграл, но руку положил, вот смотрите. И локтем задел, конечно, Кваляреллo. И с точки зрения отношения бергонцы к фолам Глика, я думаю, нет никаких и не должно быть сомнений. Вот этот бандитизм в единоборствах нужно прекращать. Но этого мало. Это далеко не единственный эпизод, который вызовет суровые разборы итальянских журналистов. Ну и уже сейчас мне представляется странным это судейство с первой минуты и до последней. Достаточно одного эпизода. Не назначенного пенальти за фол против Джонаса. Бонуччи за несколько минут до гола Юве.
Удаление Глика лишь подольет масло в огонь. 91-я минута. 4 добавленных. Пелузо появится на поле. Вместо Квадва Асамоа. Но это уже скорее замена для того, чтобы слегка потянуть время. Просто сбить, если он остался, разумеется, хоть какой-то атакующий кураж Торино. Вы знаете, никогда Ювентус не выигрывал титула в дерби. Еще один момент. И 2-0. Маркизио, все понятно с этим матчем. Не выигрывает титула и в этом матче в дерби старая сеньора, потому что накануне, одержав победу, Наполи сократил отставание и за 4 тура, а разрыв между Ювентусом и Наполи останется прежним после 34-го игрового дня, а именно 11 очков. За 4 тура 11 очков отыграть можно арифметически. Понятно, что это не произойдет, понятно, что Ювентус чемпион уже с февраля, понятно, что он, скорее всего, им станет 5 мая и, конечно, не будет тянуть до последнего тура. Все-таки против Торино, играя, Юве чемпионом не становился никогда. Хотя эта великая команда была чемпионом больше 30 раз и станет еще раз. Болельщиков Ювентуса можно поздравить с тем, что этот сезон пройден. В частности, его дерби выиграно. Тоже добавляет вроде бы таких приятных внутренних ощущений болельщиков. Но сам по себе этот матч я бы не... ни Ювентусу, ни арбитру, ни богу футбола не записал бы в актив. Сегодня трудно было смотреть за игрой, которую тянули в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Турнирная таблица, характер дерби, решение арбитра, дождь. Все-таки это футбол, очень итальянский матч, с очень итальянским финалом. Неспроста все-таки чаще всех разоблачают неприятная история именно в серии А. Спасибо за то, что в серии А можно кого-то и вывести на чистую воду. Но это не всегда красит итальянский турнир. Вальтер Бирже, появившийся на поле, словенец, поигравший и много во французском чемпионате, сейчас сидящий на скамейке в Торино, едва не отыграл один мяч, но шансов, конечно, у Тора нет никаких. 36 очков. Если очки набирают сегодня Дженоа, Палермо и Сиена, я вам результаты параллельных матчей не сообщаю, то Торино может немножечко и подвиснуть. Ну, а Ювентус с 70 очками теперь уже, конечно, никуда не денется от чемпионства. С 80, прошу прощения. 69 у Наполи, 11 очков отрыва. Можно поздравлять. Но формально это произойдет уже чуть позже. Напомню еще раз, что в равном тяжелом матче под проливным ливнем Ювентус вырвал победу на последних минутах. Забил великолепный мяч Артура Видаль ударом из-за штрафной. Ну и добил Торино Маркизио с близкого расстояния. Вот в завершении этого совершенно ториадорского поединка разбито еще и лицо у Андреа Бардзали, да, или кто это был? Нет, Пелуза, вышедший только что на замену. Не повезло парню. Все, пожалуй, на этом. Бергонцы дело свое сделал. Бергонцы может уходить и свистеть, завершая эту встречу. Вот он, финальный свисток. Комментировал Александр Шмурнов. Спасибо за внимание. До новых встреч на ТВ+. Счастливо.